Привет! Сегодня с вами Марина Ломака, и мы будем готовить очень вкусные кексы, в основу которых входит мороженое. Что для этого понадобится? Баночка сгущенного молока, это 380 граммов. Столовая ложка лимонного сока, 10 граммов разрыхлителя, 2 яйца, 100 граммов мороженого, любого. Я взяла мороженое крем-брюле. А также нам понадобится 100 граммов картофельного крахмала и 100 граммов муки. Приступим к приготовлению. Яйца взбиваем вилочкой до соединения белка и желтка. А теперь добавляем все продукты в одну мисочку. Взбивать больше ничего не нужно, нужно будет только все перемешать. Я добавила сгущенку. Добавляю мягкое мороженое, оно у меня подтаяло уже. Разрыхлитель. Все перемешиваю. Добавляю лимонный сок. Картофельный крахмал. И муку. Все нужно хорошо перемешать. Масса получается вот такая льющаяся. При помощи двух столовых ложек наполняем силиконовые формы наполовину. Отправляем наши формочки в духовку. Духовку нужно заранее разогреть до 180 градусов. Проверить готовность можно будет лучинкой. Наши кексы готовы. Я им дала обязательно остыть в форме. Минут 15 они остывали. Ну и давайте посмотрим, какие они получаются в разрезе. Вот такие пористые, воздушные, мягкие. И очень вкусные. Попробуйте, приготовите вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким.